Добрый день! Сегодня мы приготовим салат из огурцов, называется пикантный, на зиму. Для этого у нас 2 килограмма огурцов, 0,5 кило морковки, 0,5 кило лука, 0,5 кило перца, столовая ложка чеснока и 1 горький перец. Сейчас мы будем нарезать. Огурцы мы режем на 4 части, вот так пополам. Они у нас не сильно длинные, поэтому я вот так разрезаю их. Если длинный огурец, можно разрезать его поперек. Но так как он у нас не длинный, и огурцы у нас тоненькие, поэтому я разрезаю вот их вдоль. Вот так мы режем огурцы. Точно так же мы режем перец. Перец желательно брать разноцветный, красный, желтый и зеленый. Тогда и салатик будет красивее выглядеть. Перец мы режем соломкой. Морковку тоже мы разрезаем ее вдоль. И потом также режем соломкой. Тоненько. Тогда он будет выглядеть красивее. Лук мы режем кольцами. Он у нас небольшой. Если у вас лук большой, то можно разрезать поперек, а потом будет полукольца. Вот так я режу, а потом, видите, разбираю его, чтобы он был колечками. Перчик горький мы порежем просто поперек, колечками. Чеснок мы порежем мелко. У нас ложка чеснока. Ну и продолжаем все остальное резать. Все мы порезали. Теперь мы должны добавить сюда 100 грамм сахара. 100 грамм уксуса. 100 грамм растительного масла и 1,5 ложки соли. Теперь хорошенько все перемешаем и оставим на 2 часа, чтобы оно все пропиталось. 2 часа наш салат пропитался. Теперь мы его еще раз перемешаем. Мы приготовили 3 баночки. Теперь я буду накладывать наши баночки. Я попытаюсь ложкой, но если будет плохо получаться, я буду накладывать руками. Так как в каждую баночку надо стараться равномерно ложить огурцы, лук, перец и морковку. Мы весь салат равномерно разложили в литровые баночки. У нас получилось 3 литровых баночки. Также мы залили туда сироп оставшийся. Теперь мы накрываем крышечками и несем стерилизовать. Стерилизуем мы 15 минут после закипания. После этого закатываем крышечки, переворачиваем. Оно стоит у нас до утра окутанное, а потом мы ставим в прохладное место или в погреб. Салат, видите, очень такой красивый и пикантный он. Так что советую попробовать сделать. Я думаю, вам тоже понравится. Приятного аппетита!